Всем привет, всем привет! С вами Шмыга, мы на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру под названием God's Trigger. Она только вышла в Стиме. И посмотрим, что за игрушечка такая. Вроде как это киберпанк, и вроде как это вид сверху, и вроде как... Все, да? Ангелы и демоницы сражаются вместе. Как до такого дошло? Времени на раздумья нет. Судьба мира зависит от того, сможем ли мы пробиться на небеса. Ангел и демон. Пролог. Чистилище. Да, как мы видим, перемещение в сад, прицеливание... Хорошо. Ой, хорош. Так, сбегите из чистилища, да? А, подожди, мы можем тут что-нибудь погрызть. Ой, в смысле, ну, типа, полутаться. Или не можем? Оп, дерево. Дерево лучше обойти. Так. Это что за говно? Ей в этих будет что-нибудь в бокалах валяться или нет, типа? Так, слушай, но в чашах, да, это называется, наверное, правильно. Так, слушай, ну пока, короче, ничего интересного здесь нет. Оп. Фига, слышу, он там бодрый такой. Так-то, не, в принципе, так нормально. Вы можете бесшумно убивать противника, если подойдете со спины, нажмете R. Скрытное убийство происходит бесшумно, а тело пропадает. Не волнуйся, никто ничего не узнает. А, то есть бесшумно, короче, круче, типа, да? Понял. То есть мы типа в Хитмана играем. Они даже не успеют ничего сообразить. А! Собака. О чем повернулся-то, слышь? Я вот приседания есть или, ну, типа, или как по стелсу типа играть? Не нах. Играя за горы, нажмите пробел, чтобы совершить рывок. Это позволит быстро подскочить к врагу или, не... или унести ноги. Ой, зашибитлс. Прикольно. Мне уже, в принципе, нравится. До свидули, дули-дули. Разверните-ка эту стену, здравия. А, все, я понял. Короче, стена, которая мигает, на пробел нажимаешь и рывком фигачишь. Так, стопэ. Нет? Нет, подожди, а что так? Почему нет? Что надо сделать? Хм, что за говнище? Может быть, какой-нибудь ключ есть, нет? А, чтобы сменить персонажа, нажмите Q. Играя за Иду, телепортируюсь на короткий расстояние, нажимая пробел. Иду может просачиваться сквозь решетки, но такой способен только пронырливый демон. А, ну вот, видишь. Та-да! Все, понял. А она чё? А, у нее цепь. Такая, типа, этот. Это Скорпионс. Get over here! Ёб твою мать. Короче, тут один только перс, да? Ну, это моя ошибка, да, я как бы, ну, типа... Я плохо сыграл, поэтому... Типа, камон. Да блин, ну не, ну хорош! Хорош. Да, надо просто нажимать на пробел, тогда будет все четко и по плану. Хорош.
Да, но ее можно на дальнее расстояние пихать, а нашего вот этого Гарри, или как его там зовут, да, его можно на ближний бой, он, короче, в ближнем бою красавчик. Но наш... Гарри, используй стремительный рывок. Для чего? Опа, ничего себе. То есть тут еще вот такая фишка есть. Ну, в принципе, нормально, что. Нажмите Е, чтобы подобрать оружие. Убивайте врагов в состоянии, нажимая на правую кнопку. Вы можете... На правую кнопку. Кножка, да. Это мое сверхоружие. Кножка. Вы можете бить врагов, нажимая... Да, я понял. Так, подобрали. Это что? А, это я типа патроны собрал? Подожди, я нажимаю на правую кнопку, он не хочет. А, вот теперь хочет все. Фак. Говна кусок. Да ёпти. Тут целиться тяжело, сука. Хорош. Я просто красавчик. Так, окей, хорошо. Чё здесь у нас? Там какие-то лазеранские. Нет, давай-ка мы там сдохнем, мне кажется. А сюда? Сюда не попасть. Все, тогда мы через лазеранские. А, чтобы сменить персонажа, нажмите Q. Ага, я понял. Прикольно. А, да, ёб твою мать. Подожди, а что надо сделать? Сука. Подожди. Так. Ёпатара. Подожди. Да подожди. Не беси меня, на. Да ёб твою мать. Да ёб твою мать. А там еще две. А подожди, а это говно убивается или нет? Подожди, давай проверим. Да ё-моё, подожди. Да ё-моё, дай это... Сука. При убийстве врагов вы накапливаете энергию, которую можно потратить на суперспособность. Шкала суперспособности Гарри заполнена. Нажмите левый shift, чтобы ненадолго стать невидимым. Любое действие, кроме перемещения, снова сделает вас видимым для врагов. You need to go full Houdini on these turns. Вот оно в чем дело-то. Я, короче, типа это там. Так. Где дверка-то? Ну, это дверь. Или это не дверь, подожди. Или я что-то должен собрать? А, подожди, там должна быть решетка. Нет? Нажмите и удерживайте Shift, чтобы воспользоваться способностью еды гипноз. Прицелитесь с помощью и отпустите кнопку Shift, чтобы заставить выбран врага атаковать своих товарищей. Хорош. Да блин! Слушай, но игруха... Я не привык просто в такое, ну, как бы... Да ёб твою мать! Я просто не привык. Это такая консольная история, знаешь, которая... Ну, вот люди, которые там, типа, любят консольки, они... И им понравится эта игра. Если отметить врага перед атакой, то ваша следующая дальняя атака будет автоматически нацелена в него. Вы можете отметить несколько противников, но каждая отметка отнимает два заряда шкалы... Шкалы суперспособностей. Также вы можете нажимать средний V, чтобы быстро отметить ближайшее... Да не надо мне... Sure we know what we're marching into.
Подожди, а почему я не могу проникнуть в это говно? Ай! Два меча можно таскать. Для активации разных суперспособностей нужно разное количество энергии. Убивайте врагов. И что еще? Чтобы заполнить суперспособность, убийство одного врага, один заряд энергии. Средное убийство — два заряда. Ну, короче, типа, по стелсу, короче, типа, это, поприкольнее, типа, да? Я этих чуваков просто не видел. А как так-то играть-то, если ты не видишь никого? Опа, ничего себе. Нормально. Нормально так. Это что? F. В смысле? А, я понял. Халло. Фак! Блин, я не отпрыгнул просто вовремя. Да ёпту! Ну блин, ну а как я... Бесячее говнище. Да, блядь. Да, блин, тяжело это для тех, кто, я говорю... Опа, нихуя. Ой, извиняюсь, нельзя матом ругаться, да? Сейчас, подождите. Как, почему я умираю, объяснить? Кто знает? Да иди ты на. Да нет, подожди, мы должны... Так, подожди. Да и подожди. Ну а почему ты не хочешь-то вот... Да блин... Блин, сука, меня пулькой достали, прикинь. Не-не-не, сейчас я пройду, ребят. Да блин! Да в смысле, а чё не идут-то они? Все или нет? А, все, да, смотри-ка. Ну мы с тобой красавчики, типа, да? Stairway to heaven. We've made it. Лестница небеса, мы нашли ее, это ловушка. Не-не-не-не, так не пойдет. Мне жаль начинать историю с конца. А где интрижечка? Это правильно, да. Уровень пройден. Смерти 24-13 опыт. Оценка Е, это, наверное, очень плохо, да? Ну ладно, мы продолжаем. Мы, в принципе, осматриваем игру, а не гонимся за каким-то этим... за каким-то крут. После падения, должен сказать, никто не заслуживает преждевременного апокалипсиса. Даже люди. Если я хочу отомстить, сперва надо остановить четырех всадников. К счастью, жена помощь привела меня прямо к ним. Мне предстояло разобраться с всадниками поодиночке. Новый Вифлеем.
Так. Скорость, дальность. По мере повышения уровня вы будете открывать улучшения для своих способностей. С каждого разблокированного ряда можно выбрать только одно улучшение. Выберите улучшение атаки ближнего боя. Не понял, ну ладно. Что за пипец? Так, теперь Ида, скорость, радиус оглушения и стоимость энергии. Ну, я не знаю, ребят, что нужно делать. Да, я готов. Опа, ничего себе, это что такое? А, это в Боревич спустился мы, спустились мы, типа, да? Надо бы поработать над аварийной посадочкой. Ну, типа того. Фига она такая секси-тёлка, да? Типа, ангел без крыльев? Следи за языком. Убить всех. Обменяемся любезностями позже. Ой, соряныч. Да не, ну хорош. Да блять. Да не, да. Да сык. Да как? Да блять. Да сык. Сык. Уйди нахуй. В мире множество разрушаемых объектов, но их можно найти полезные предметы, я понял. Типа с телевизора оскверняет души людей. Это чума, один из всадников. Нет, там где-то было 8, да? 9. Ну, короче, мы там собираем что-то, да? Сука, ну нет! Ты меня бесишь, блядь, игра. Ой, извиняюсь, ребят, мы без мата здесь сегодня собрались. Да нет, ну... Почему? Алло. Да сука! Я в шоке, конечно. Он через... Как ты через стену-то попадаешь? Алло! Он через стену стреляет. Ты честный? Ты нечестный игрок. Я не могу. Как играть в эту игру? Да как? Да, иди ты в сраку, а. Да не, ну какой? Почему они могут простреливать? Я не могу. Вот что он про... он не простреливает. Да ёпти, на самом деле. Он... Это, короче, типа кухня. Зря я бомблю. Это, короче, типа кухня, понял? Слушай, ну, вообще тяжелая игра. Да иди ты на! Кусок говна. Да как? Сраку, ублюдки ссаные. Так, поменяй-ка оружие. Че у тебя один патрон? Блять. Да я ж нажал!
Сука, он еще и не... Да, блядь, да как ты успеваешь-то? Да как ты успеваешь-то, ну? Да как ты, собака тварь? На-на. Так, короче, ну она просто, да, придрочится как бы к этой игре. Она... Да, не, я бы не сказал, что она там... Ну, типа, это, сложно или не сложно, она просто, ну, блин, вот это тяжелое управление, что ты еще и плюс, ты еще как бы не видишь ни черта, понимаешь, типа, а, я же мог вообще, короче, а, не мог, могу вот сейчас сделать, да, какого-то чувака уничтожить телевизоры, 3 из 4, вон там еще один, мне дадут за это что? Мне за это дадут что-то хорошее, да, хорош, а, прикольно. Нормас. Свидание. Убить всех... кого-то убили, короче. Байкер, 4 всадника просили передать вам привет. Беги, демон, беги. Опа. Прикольно. А игра как бы она... типа, не, вот это я люблю такие игры. Она как бы, ну, типа... Типа, хорош. Ну, типа, ты как бы... Ты купил игру, ты хочешь немножко позадрачиваться. Ну, то есть, типа, знаешь, там не легкие игры, которые мы до этого играли, где, ну, просто ты как бы там первые полчаса просто вникаешь. Тут сразу как бы тебе дают понять, что, ну, типа, ты просто ссаный человечешка и человечешка, да? И ты играешь вообще-то за демона и за ангела, и поэтому как бы... Ну, Чума стал настоящей кинозвездой. Он был моей первой зацепкой, а она знала, где его найти. Я решил, что лучше всего будет увязаться за ней. Плюс, по какой-то причине, она не меньше меня хотела выбить из него все демище. Глава первая. Город греха. То есть мы с вами пролог как бы прошли, да, и теперь первая главишечка. А, на нее, короче, нельзя, типа, да? А у него можно. Экспириенс, дальность, скорость. А, и все. Окей. Скрытный убийство не только бесшумный, дает вам больше опыта, а также заполнить заряд шкалы суперспособностей. Окей. Найдите Лэнса Чумаса. Лэнса Чумаса. Опа, ничего себе. Ууу, мать моя женщина. Ты видел, как я это красиво сделал? Я просто, я от себя немножко в шоке даже. Я просто красавелла. Так, опа, патроны какие-то, что это такое? Я могу это взять или не могу? Как это сделать? Как взять? Ну ладно. Скажи мне, демон, почему тебя вообще волнует судьба Земля? Я сбежала из ада и прожила на Земле целых 2000 лет. Я не собираюсь возвращаться в ад даже за все серебро мира. Понятно? Валяются какие-то патроны, какое-то говно, но... Типа, камон. Это что такое? Икспы поймали. Икспы еще поймали. Патроны, но у меня, походу, патронов никаких нету. Что это? А усилий, мы нашли первое усиление, теперь оно разблокировано. Вы можете передать его персонажу на экран с посылкой в начале следующего уровня.
А они че? Бля, они... Они быстрые падлы. Хорош. Хорош. Контрольная точка. Да ладно. Хорош. Слушай, ну Шмыгатор разобрался, в принципе, да, с моими всеми врагами. Три. Шесть. Давай. Окей. Ну его можно потихо срубить сейчас будет, да? Нет, нельзя. Да, можно. Сейчас, подожди. Вот сейчас. Ага. Блин, я... Ну, я хотел потихо, короче, их срубить. Ну ладно, не получилось, так не получилось. Ничего страшного в этом нет. Да? Или нет? Так, вот серьезный товарищ. Уже. Мачете у него, да? Хорош. Блин, его нужно два, короче, раза, да, гасить этого жирного ублюдка. Так, давай-ка этот черт что-нибудь еще позаработает здесь у нас, да? Так, XP. Я забрал. Первая съемочная группа. Пройдите в бар для съемки сцены господином Чумасом. Доберитесь до бара. Так, да подожди ты, мне до бара-то до бара. Мне нужно вот этот еще разрешить уровень. Хорош. Ух ты ж! Бляха. Лошара я, да? А! Да ладно. Да блин, я застрял в двери, ёптель-моптель. Хорош. Кто хорош? Я хорош. Я хорош, я сказал. Чё там? 6 патронов, давай, окей. Да нет, сука. Как он это сделал, ублюдок? Все? Get ready, boys. Хорош. Да блин. Так. Там этот с дробашом, здесь этот. Так, вот так делаем. Да нет! Сука, нет!
пошел в жопу. Хорош. Так, подожди, дай-ка я потихо это сделаю, да? А, блин, один патрон. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. А чё у него за... А, я невидимый буду, да? На-на-на. Как туда пройти? А! Найден журнал. Helljoy, август 2000 года. Что он мне дает? Ни УА? Ни УА не дает? Типа тут тоже не, тут типа ничего не валяется, да ладно. Опа, тихо. А, это энергия, да, плюс 2. Так, нам нужно пройти в бар было, значит, и проходим в бар. Пройдете? Пройдемте в бар, пожалуйста. Подожди, а как туда попасть? Так, ну ладно. А, все понял. Я просто думал, он переключит меня на новый уровень, а он нет. Посмотри, какой наглец. Нет, а куда мне надо? А, толкать. Да, я понял. Хорошо. Опа-на. Так. Куда дальше? Бирионс. Опа, ничего себе, 5000 опыта сразу, на. На в карман, да? Так, а как туда проникнуть-то, я что-то не понимаю. Знаешь, что надо сделать? Ну-ну-ну! Хорош! Так, добрались до бара. О, какой-то чувак. Слышал, вы меня ищете? Уровень пройден. Хорош, хорош. Вторая ступень. Вот видишь, за Иду я мало играю, надо побольше за нее, короче, поиграть. Потому что она это, типа, ну, продолжит. То есть это, короче, сейчас будет главарь, типа, да, Боссевич. Вы разблокировали первое усиление. Они дают вашим персонажам мощный пассивный бонус. Ищите усиление в особых сундуках, разбросанных по уровням. Одновременно персонаж может использовать только одно усиление. Нажмите F, чтобы придать усиление персонажу. Усиление? Ну, F, хорошо. Все? А, я еще могу что-то выбрать, да? Скорость, дальность, experience. Ну, давай experience. Так, здесь что? Перезарядка и дальность. Ну, давай дальность. Да, готовность.
Свист. Опана. Опана. Ничего себе. Что он взял? Ага, ага. Собака. Да блин, я же успел нажать. Хорош. Это не Лэнс, не настоящий, я его дублер. Покойтесь с миром. В смысле? ТНТ тут еще есть, прикольно. Ай, ёптель-моптель, я... Ай! Я хорош, да, а как ты хотел? Вернись! Вернись, падла! На-на! Так! О, оружие как? Ну, хорош. Sweet. Sweet gun, да? Типа... А, ну так я сейчас с ними разберусь потихо, смотри. Смотри. Этот градус слишком мало нас роит. Ну, это мы сейчас посмотрим. В принципе, да? Так, погодь, что-то я не понял. Промахнулся, сюка. Ну смотри, она на даль-то вообще как бы, ну, типа, нормально так фигачит, да? Да не, забей. Сюка. Пролопошился, как этот. Опа-на. На-на. Да ёпту, мама, на-на. Да ну-на, ну блин, ну это бред. Это, конечно же, бред. Это прям такая бредятина, что... Ну, это реально. Это, ну, это консольная бредятина, которая, типа, консольщики все привыкли к такому говну. Но это не я. Я не консольщик, поэтому... Сука. Да короче, забей. Да, суп! Вот ты бесячее говно. Бляха. Ты что, нажимай? Да нажимай ты, ёпт! Так, контрольная точка. Так, experience, давай сюда. Так, еще одну experience, давай сюда. Так. Йоу-йоу, да ёб твою налево, а. Чё за прикол тут, ну? Я вам что здесь? Приколист какой-то?
Хорош. 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 Я лучше стрелок в этих краях. Твою мать, чуть не обосрал. А, ты ж скотина не умер, падла тварь. Сейчас, погодь, погодь. Очередной самозванец. Ай. Это что за пушка? Какое-то прицельное автомобо. Ой. Ой-ой-ой-ой. Так, я могу быть, короче, невидимым на самом деле, да? В смысле, а почему я не могу сюда пройти? Что за бред? А, вот сюда, наверное, да? Ага. Там что? Да, у этих персонажей разное это. Ну ты понял, да? Поэтому. Подожди, а что-то я не понял, а куда мне надо-то теперь? Та-ра-ра-ра-ра. Ну. А вот туда только. А как туда попасть? Хорош. Хорош, хорош. Так. Оп. Хорош. Это, по-моему, мне кажется, знаешь, что мотивчик-то группы Кино или нет? Мне кажется. Ну, может быть, кажется. Согласен. Да блять! Ну это такой бред, это пипец, конечно. Не-н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 е
Че я туплю?
Блин, надо было поменять, я перепутал. А чё он не кинул? Да в смысле? Ну... Да блять. Разберись с ним, парни. Какие еще парни? Кажется, этот... Хорош. Почему я опять умер? Хорош. Это типа... О, окей, е. Ребят, на этом мы закончим первую серию по этой игре. Если вам понравилось, ставьте лайки, прожимайте лайкосики. Оставляйте что-нибудь в комментариях, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всех люблю, всех целую. Всем пока.